Мне хотелось бы увидеть набор действий, чтобы ты с турника не слазил. Как бы ладж-гейнер ты сделаешь, он со скока и все. Может быть, ты сделаешь захват. Там переворот ты сделаешь какой-нибудь вот так захват или там на 180. Понимаешь, может быть и повезет. Я не знаю, ко всему надо готовиться. Нормалек все? Да. Все, допивать будешь? Да. Допивай, все, прополощи полностью полость рта. Аккурат! Хотел сказать аккуратно. Парень, стоп. Опасный элемент, тихо. Не-не-не, это не ладж-гейнер, это серьезно. Не дергаться. Давай. Все, парни, все, занимаемся, делаем. И еще не кричите, пожалуйста. Очередь, пустите Никиту, чтобы тоже Никита сделал. Данька, если а тебе именно кунг-фат хочется именно сегодня сделать? А зачем именно сегодня? Ну здесь. А для этого здесь тебе надо заваливаться назад, ну, когда делают переворот, ну, сидя, да, проворот делают, его называют нехорошим словом, там, например, всяким. Типа со стульчика? Ну, как бы да. Вот здесь также тебе надо понять, что ты будешь выстреливать в какой-то момент. Можно на сальто? На сальто? Если ты договариваешься с ребятами, то на сальто. Одно сальто, 5 отжиманий. Артем, помнишь, сальто по качану, по надо, потому что. Одно сальто, 5, а чтоб ты сильный был. Ну выбирай 5 отжиманий, либо 5 приседаний. Артем, что ты выберешь? Артем, что ты выберешь? 5 отжиманий или 5 приседаний? Ничего. А, какой ты хитрый мальчик, да? Я лучше не буду делать. Семен, ты там тоже особо не залипай, чтобы Никита мог поделать. Я все сделал уже, я хочу на высоком. Да. Ну, давай, пробуй, пробуй. А я бы, знаете, ребят, чтобы для вас бы сейчас проверил, для малышей. Нет, мне сейчас тут сапог. Да? Вы могли бы проверить силовую часть. Силовую часть. Стоп, Семен. Пошел. Давай, нормалек.
ходишь чуть дальше, чуть дальше, чуть дальше. Не зря мы сегодня мостик тренировали. Прогиб, все. Парни, вот очередь освободилась, бегом, пока свободно турник делаем. Ну, первый! А кольца, Семен, а кольца. Макс, а кольца? Как нет, а что почему нет? Семен, потом я. Бегом, Артем, Семен, хорош. Так, Семен и Артем, пять раз залез на стол. Бегом, Артем, первый. Артем, бегом, первый на стол. А почему? А ты, Семен, потом, быстрее. А почему Семен другой? Семен другой, он делает элемент, он не балуется. Артем, а пять раз. А что я? Я не балуюсь. А ты балуешься, вы с Артемом ногами. А что я? Сейчас, секунду, погоди. Артем, Соколец. Сейчас ты пойдешь, что же делаешь? Почему пять раз? Пять раз на стол залезайте. Пусть Семен тоже будет. Сейчас и Семен тоже будет. Чего ты не переживай, стоп. Про тебя он имеет. Ну, просто Семен, ты не баловался, а вы забаловались. А что я баловался? Ничего страшного. Помнишь, отталкивайся, прогиб надо соединить все. А что ты что взял? Нормально? Это называется кумфат, соскок из положения сида с переворотом. И вот так в основном все грамотно происходят. Никита, там можешь, оно тебе не надо. Ты просто понял, да? Смотри, ты чувствуешь упор? Да. Вот через нее ты переворачиваешься, понял? Через нее, через мою руку. Делаешь отпрыгни, делаешь прогиб, я тебя подстрахую. Давай. Раз, два, три. Это ты просто как матрица, зависимость. Так. Да. Один раз? Да. По очереди, договаривайтесь в очереди. Давай после тебя сделаю. Артем, давай, пробуй. Все, лезь. Давай. Семен, алло. Макс, пойдем на стол, позалезаем, тяни. Семен, а ты видел? Видел, Семыч, видел. А можно я? Ручками коснулся, спускайся. Это один раз. Макс, пойдем? Ну, пойдем. Без, давай сюда попробуем. Давай. Сам? Я могу. Да. Крестик. Вот здесь. Держи. Прям вот гимнастик. Держи, показывай. Воздушная плеть. Да я не могу. А, ты можешь или не можешь? Залезай, да, погоди, пусть на стол можешь залезет. Сам? ХЗ. Семен, ты после. ХЗ, не ХЗ. Ну еще раз страховать и все. Артем, помоги, пожалуйста. Макс, помоги Артему, пожалуйста. Сейчас я чуть длиннее подожду. Поближе. Парни, смотрим, парни. Тихо, смотрим. Все, я ухватываю. На морек. Теперь. 1-20 раз ложись до силы. Сейчас. Им не надо раскрывать аппаратуру. Это английский, да. Че, Никита, ты тоже что-нибудь упал? Ну, ягодицы, попрыгай, Саня, поделал. Тебе надо именно раскрутиться, попрыгай. Ну, смотри, отличие здесь от того, что прыжки на полу пожестче будет. Че, парни, друг другу помоги, пожалуйста, на стол залезть. А вы сколько сделали? Они даже один раз себе не сделали. Вот, не пикай. А ну два он сделал. Я тоже два. А можно мне залезть? Я за 2 секунды залезу. Парни, спокойно, еще не, пожалуйста. А я по мусику какую-то. Пожалуйста, не шумите. Зато я залезу. Залезу. Еле-еле залезу. Все, дальше я. Ну что, ты не 2 секунды. Тебе нужна помощь? Нет, я тебя после 7. Нет, ничего. Да не надо почувствовать. Там, да, без группировки даже и... Это надо крутить. Егор, конечно, вы знаете. Конечно, вот он здесь двух подтачивал, как бы, но на 8 Нет, эти стойки, это не мои. Семен, ручками сюда, в нашу сторону махай. Ты пэм! Почти практически. Я тоже. Поехали.
эталонов там аниматоров. Все. Отпускай время. Вот правило есть, смотри. А, это я знаю. Да. Чехол, снимите чехол. 10 раз, подальше, да, ничего сложного. Сейчас время 20:50. Вы берите паровозик, только смотри. Только паровоз вам надо положить под верхнюю. Под верхнюю положите паровоз. Я не делал вообще. Я после Семена буду. А я вам... Ребят, не ругайтесь, пожалуйста. Поднимаешь. Потом я. Паролом под мат. Под любой. Под любой мат. Ставьте, надо ли вот, встань, помоги им, пожалуйста. Нет. Да я быстро. Потому что если на пустой, на голову паролом садить, он начинает ломаться. Максим, отойди, пожалуйста. Там осталось 10 минут, я на сад. Никита стелит. Макс, ну помоги Никите. Да не надо быть. Ты сколько сделал, Семёныч? Три. А я долг. Два слоя, да, нет. Попить? Да, ребят, попить, умыть в туалет. Не мешаем Семену, опасно. Не мешаем. Теперь я. Да. Попить, умыть в туалет. Ну да, потом ты будешь делать. Сделай. Сейчас Никита сделает. Сделай. Сделай.
Утонулся, Максим? Так, ребятня, последние пятиминутка, последняя. Мы последние. Детишки несовершеннолетние. С родителями можно из контрольного до 8, и мы до 9 остаемся. Здесь именно сборы, потому что с 9 заканчиваются все 7. До свидания! Все, парни, всего доброго. До свидания! До среды, да. Остаются тренерский, тренерский, либо воспитательный состав, либо учредители этих организаций. Они остаются, чтобы навести порядок и прочие всякие дела сделать. Поэтому, парни, у вас последние 5 минут, я вам и так даю очень много. Ты толкнулся ногами, как бы раз, схватился и все. Здесь надо быть на середине. Смотри, как это можно сделать. Например, ты сидишь ногами на матрасе, на этом сидишь ногами к стене, делаешь толчок, и можешь реально сильно сделать сальто. С высоты, да. Ты знаешь, что особенно никуда никто не завалится. Пока! Обратно. А тебе все, всего доброго. До свидания. До свидания, до свидания. Я прошу.
А мы не учимся? До свидания. А из-за чего? Что у вас такое? Карантин? Карантин? А, праздники. Школа. Завтра, кстати, какая завтра школа? Праздники завтра. Чего ты рассказываешь? Точно, завтра же каникулы. Мы рассказываем. А уже все, сейчас время, конец. Камиль, ты можешь одеваться смелее. Последний подход. На этаже оденусь и пойду. Так, последний подход, парни. Хорошо. Охрана ругаться сейчас будет, реально, администрация охраны ругаться будет. Это я не хочу, чтобы на вас ругались. Сможешь подстраховать? Подойди. Подстраховать? Что ты хочешь делать? Муху? Да. Да нет, братан, никакая страховка здесь тебя не спасет, тебе надо группировку делать. Ты сначала покажи уверенные, одиночные вращения сальто. Все, парни, сказал последний. Секунду. Все, сейчас. Последний, да. Все, давай, делай, все, последний, все делаем. Во, да, и за это ты должен сохранить, будешь группу. Все, только Никита, хорош, братан, тормози. Нет, сейчас он делает. Сейчас он делает. Лучше пока сними вот видео, как он делает. Получите впечатление. Возьми мой дефлан. Пароль ты знаешь. Мне нам потом на ошибки посмотреть. Все правильно. Изучайте надо. Сейчас хорошая тема. Технологии современные помогают изучить все ошибки. Раньше такого не было. Раньше надо было найти кинокамеру. Можно просто спрыгнуть. Запечатлеть. Давай быстрее снимем. Просто сейчас ребята доделают, им тоже надо, всем надо домой, чтобы мамы не переживали. Ну что, снимаешь, да? Сейчас он будет снимать. Сейчас он грузится. Все, да. Давай, быстренько делай, все. Может? Готов? Сам? Без меня? С вами. Слушай, ты не хочешь записываться в видео? Батарея разряжена. Ну ладно, сейчас сделаем. Опять, приходите на тренировку, заряжайте батарею, пригодится. Но сегодня ваша вся тренировка будет зарисована на видео, вы не гоните. Найска, как вместе найдете. Команду. Упор сделал. Давай, ладно, еще раз. Никита. Я трёху хочу. Нет, тормози, все. 360. Нет, тормози, братан, хорош, все. Мы договор, да, договор же есть? А можно пожалуйста. Тормози. Сейчас просто он доделает. Пожалуйста. Просто он делает, что он зарядил, чтобы не пропал этот эффект. А мы завтра с тобой скупёшь двойную поделку. Не гони. Так, команду. Стоит, которую. Три. О! Все, давай, Петюрю, красавчик. Все, парни, все, всем. Придете, парни, вот слово даю. Приходите еще раз, я посмотрю, что вы найдете, уже будет попроще. Завтра вторник, 18:00, 20:00. С присутствием родителей можно будет до 9 на 3 часа. Семен. А мне можно до 9? С присутствием родителей. А если мама просто разрешит? Нет, если она придет, потому что совершеннолетний еще. Семен. Никита, слезь. Ну, стой, всем, хорош, давай, слезай. Молодец, все, дай мне. Знаешь, бьет, потому что я парней тоже рассказал по одному разу. Все, вставай, красиво, все, побежали. Хорош, Семен. Мне надо еще убрать порядок. А представляете, мне в Саратов ехать. Мне еще в Саратов ехать, я все уберу. Все. Пойдем. До свидания. Все, нормалек, вещи забрали, телефон забрали. Это Максим сегодня, видите, хотел остаться. Макс красавчик. Он просто смотрит, заряжен всей энергией, да, все там. И народ не очень много, спокойствие. Все, пойдем. Так, ребятня, сейчас, секунду. Никит, Данил, в следующую, пожалуйста, тренировку, если соберетесь приходить, надо, чтобы кто-то из родителей пришел, чтобы я дал бланк, который родители заполнят на согласие, чтобы вы занимались в этом зале. Ладно? Прям в этом, ну, напомните рейтинг, попросите информацию, вы можете, вот разряжен телефон, можете либо ВКонтакте вот это посмотреть, Федерация Войсловой Атлетики, либо это, либо на Ютубе можете посмотреть, там тоже расписание могут вам всякое прочее. Все, всего доброго, отдыхайте, не хулиганьте и готовьтесь к учебе. Отдыхайте, хулиганьте. Хоп, нормалек все? Нормалек все? Все. Семен, братишка, пойдем. Он вам найдет носил. Все, всего доброго, всем здравия. Пойдем, привет передавайте. Лягуху. Лягуху, да успеешь все сделать. Дай пятюню, лягуху. Лягуху. Давай, все, нормалек. Все, успокойтесь. Хороший ночи, не сразу. Конечно. Не дай бог. Бывает, знаешь, какая штука. Я сейчас последний раз доделаю, и люди могут. Мы сегодня смотрели «Ниндзя, дети». Что там? Ну что, там столько ошибок было, да, Сём? Глупости. Ну да, она стоит, уже все выиграла, ей на турник прыгнуть и дальше перепрыгнуть. Она стоит на турник, смотрит и мимо прыгает. Я говорю, вот они нервы. Переживания. Сём, братишка. Нервы. Сём.
Все, спокойно. Макс, ты красавчик, там тебе надо... На обниде? Да. Но надо нам подготовиться и все. Он не попадает, ему только в апреле будет. А там отбор дождь. Семен, ну пойдем, давай. Давай, есть надо подготовить. Следующий. Макс, смотрите, какая штука. А, во-первых, хорошо, что ты сегодня выдержал. Семен, молодец, что брата поддержал, позанимались. А, самый главный момент, вот это не имеет никакого значения, если вы не будете заниматься гимнастикой. Сем, тормози. Ушли, Семен. Если вы будете заниматься стоп. Гимнастикой все время. Сем, Семен, ну, хорош. Ну, это не совсем честно. Давай. И на выход. Сем, это не совсем честно, браток. Дома же. Погоди, Семен, Семен. Знаешь, это даже совсем честно по отношению ко мне. Знаешь почему? Я тебя прошу, я ребят, важно. Прошу, понимаешь, а ты... Не, весело, все четко делаешь. Ну, соберись, ты же мужчина, давай пятюню. Когда, завтра придешь? Когда придешь? Нет. Завтра? А что нет-то? Вот погоди. А завтра не придешь. Секунду. Например, каникулы. Например, каникулы, выходные. Нет, выходные. Выходные. Смотрите, вы можете... Вот хочешь, чувствуешь энергию прямо в конце тренировки, вспоминай каждый раз это. И в течение тренировки так как можно больше делай. Чтобы ты... Я делаю выходные. Ну, иногда я вижу, вы притворяетесь. Не, ну ты, кстати, ты молодец, да. Но иногда смотришь на другие ребята, как притворяются, и тоже знаешь, что ты делаешь. Ну, стараешься, стараешься. Опять, и результат твой видно, что ты стараешься. Макс. Все, мы поедем поплавать. Все, решились? Денис Владимирович что-нибудь написал, ответил? Все, в интернете посмотрел. Да. Опять, если заявитесь от СКК вместе, как учитель. Я просто Там должен быть, по идее, графа клуба, да, пишите, и мы прям с радостью. Зачем вместе пишите? Вместе? СКК вместе. Спортивный не культурный вы вместе, клуб. А название такое, вот. Спортивный культурный клуб, вместе. А название вот. С. Вместе. Да, и вы вместе. Нет, и вы тоже вместе. А, ты понял, да, ты понял, ты понял. СКК, спортивный культурный клуб вместе. Все, парни, молодцы. Спасибо большое. Хоп-хоп-хоп. До свидания. Все, давай. До завтра? Да, молодец. До послезавтра. Все, учитесь хорошо. Все, с праздником. Все, до свидания. Все забрали. Все забрали. Дети, праздник, все дела. Будьте здоровы, до свидания.